Галина Зулина отметила хорошие результаты работы в городах Кубани, где проводятся подворовые обходы сотрудниками учреждений системы профилактики. Сейчас к ним присоединились 53 священника, которые помогают выявлять детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение. Удалось даже выявить 10 детей, которые не обучались в школах. Не удается пока избежать случаев детского суицида. Галина Зулина отметила, часто это результат отсутствия взаимопонимания между родителями и детьми. Также вице-губернатор Кубани порекомендовала не оставлять без присмотра на школьных каникулах трудных подростков, уделить внимание их занятости. Поэтому Новый год, я хотела бы сказать, что мы, наверное, должны еще больше заниматься вопросами профилактической направленности. Что это значит? Это значит, чтобы привести детей, не дать им возможности находиться либо в компаниях, либо находиться самими собой. Создавать условия еще больше для того, чтобы занимать их спортом, творчеством и духовностью. Те три кита воспитательного блока, о которых говорил нам губернатор. В Сочи на каникулах предусмотрено множество городских мероприятий, в том числе и благотворительных. Также успешно действует система наставников. За каждым трудным ребенком закреплен педагог или тренер, к которому подросток всегда может обратиться за советом.